Привет, друзья! Это «Игра вкусов» и я, Горбунов Сергей. Расскажу, как правильно нарезать белокочанную капусту. Ну что, поехали! Для того, чтобы нарезать капусту, нам понадобится острый нож и сама капуста. Сперва мы разрезаем пополам. Разрезали пополам, берем, переворачиваем, чтобы было удобно, и отрезаем. Вот, смотрите, получился такой замечательный стейк из капусты. Его можно приправить маслом, соль, перец и обжарить на гриле, в духовке, также запечь. Будет очень вкусно. Мы берем, убираем чуть-чуть, чтобы было удобно, придавливаем рукой и нарезаем соломкой. Очень хорошо такая нарезка подходит к супам, к салату. Далее мы будем нарезать на дольки. Убираем кочерыжку. Такая нарезка очень хорошо подойдет для тушения. Если базовый урок вам был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов». Пока-пока!